хорошая, красивая кофточка с вышивкой. Такие шапочки какие хорошие, смотри. Всего лишь 11 лари. Ну, какая мне подойдет? Это слишком она яркая. Подожди, вот это вот. 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 На, повесь. Такая еще красивая. Вот такая тоже. Такая сумочка хорошая. Вот такая тоже неплохая. Сколько они стоят? Я сняла маленькое видео в магазине, где сейчас у нас большие скидки, и я решила что-то себе прикупить, если что-то понравится. И вот выбирали, и что я выбрала. Значит, здесь у меня свитер вот такой, мальчиковый. Значит, он стоил 23 лари, я взяла его за 14. На 39% была скидка. Вот такой серенький, хороший свитерок. Не очень толстый, но для школы как раз нормально. Так, теперь вот эту кофточку, как ее можно назвать, кофточка майсури, написано по-грузински, это значит майка, если прямо переводить, но это как свитерок такой с начесом, он тепленький такой, с таким манжетиком, вот таким манжетиком, типа спортивной кофточки. Так, значит, это Вайкики я взяла. Он стоил, значит, в начале 27 лари, а сейчас он стоит 14 лари, на 48% скидка. Вот такой хороший. Да, это Вайкики. А это я забыла сказать, де-факто, по-моему, да? Да, это де-факто. Да, так, еще что я взяла? Я взяла еще брюки вот такие на мальчика тоже. Вот такие. Это тоже Вайкики. Они, значит, стоили 37 лари, сейчас 19. На 49%, почти наполовину скидка. Тоже здесь 100% бамба. И перчатки вот такие, они тоже были разные. Также здесь на них, это Тиранова магазин. На них вообще большие скидки. Посмотрите, здесь они стоили, значит... Вначале она курсируется 14,99 стоили, а сейчас они стоят 2,99. Вот такая большая на них скидка. Очень хорошие перчаточки такие красивые. С таким красивым орнаментом. Вот это и все, что из одежды. Да, сейчас я покажу еще продукты там немножко. Ну, сейчас я хочу показать продукты, которые я купила. Здесь у меня фарш. Килограмм он стоил 14,80. Здесь 334 грамма на 4,98. Ну, на один раз обед приготовить нам достаточно. Так, здесь зелень. 50 копеек стоила. Потом бананы вот так. Они сколько стоили? 2,95 они стоили. Здесь у меня полкило на лар 70. Три штучки бананов. Нормально тоже. Потом была скидка на сосиски. Вот такие сосиски стоили они. 5,95 по скидке. А до этого 8, по-моему, они стоили. Так, потом мацуни я еще взяла. Лар 50 стоит.
Потом йогурт вот такой 70 копеек, творог лар 60, потом идет вот такая скумбрия одна копченая, значит, у нас килограмм стоит 12,49, здесь на 3 лара 200 с чем-то грамм. Потом вот такие спагетти, полкило, лар 60, кажется. Потом капуста за килограмм 50 копеек. Килограмм стоил. Вот такие кабачки. Здесь 3 штучки. Килограмм 3,20 стоит. И сахар лар 30. Вот такие продукты. Но если будете ходить раз в неделю, то всегда в магазинах, в разных. Здесь продукты у меня не с одного магазина, а с разных. Так что можно купить по скидке, потому что скидки бывают очень часто.